Восход солнца так красиво. Вода теплая, конечно. А у нас тут часовенка. Ой, как смотрится изумительно. Можно пойти помолиться. Открыто. А, точно. Вот такая часовенка. Можно зайти помолиться. Раздравие. Поставим свечечку. Поддержим часовенку? Поддержим, поддержим. Так, ну что мы поддержим часовню? Ну, не сильно поддержим, конечно, но... Ну, как можем. Да. Для того, чтобы гулять здесь. Территория комплекса просто изумительно сделана. Такие красивые растения. А посмотри, здесь тоже не очень вода, конечно, чистая, так если рассмотреть, по-моему, вода требует какой-то очистки. Ой, какая огромная территория у нашего, оказывается, комплекса. Посмотрите, это другие бассейны. По-моему, из этого комплекса можно, не выходя, провести. Да. У меня такое ощущение, что они здесь живут. Чужой усадьбе. Ну да. Чужая территория. Вот это джакузи. Ну, такая же была и в том бассейне. Можно? По-моему, да. Такая замечательная водичка. На море теплее. Эти бассейны как сообщающиеся сосуды. Это все один бассейн. Вот есть номера, которые выходят только на бассейн. Ну, вот такой примерно комплекс. По-моему, очень шикарный. Да, вот здесь есть магазин. Сейчас мы туда сходим. Здесь подсветка. Вот детская площадка, видел? Супер. Посмотри, как на территории красиво. Все с любовью ухожено. Мини-маркет. Здесь можно воду купить наверняка. Пиво какое-то. Вон вино. Тебе пиво, вода. Так, все. Вот сыр есть. Колбаса есть. Тут даже есть айран. Добрый день. Вино тебе есть, хочешь? А, ну вот шоколада. Просто ценников не вижу. 15. И хлеб есть. Смотри, одна, правда, полка. Ну, что-то не вижу бомж стакана. Ну, в общем, все есть. Короче, никуда не выезжаем, лежим в джакузи целый день. Бутылку с водой пока не будем, наверное, тащить. А до которого часа магазин в работе? 8 часов? Да. До караба-то? Комплекс чудесный. Все есть. Магазин. Все ухожено, все красиво. Пляжи рядом. Бассейнов просто на любой вкус. Вот Святой Томас рулит. Так, что в нашем отеле еще? Конференц-зал. Ну, минус первый. А, они тоже пришли сюда.
Добрый день. Добрый день. Вот этот бассейн, который спа. Смотри. А там световое окно. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Можем посмотрим? Можем, да, можем. Мерси. Так. И тут есть массажи. И баня должна быть. О, терапия. Терапия за тело. А где баня? А вот сауна. Ой, это лед внутри. А здесь что у нас? Туалетно. А нет, это облекальная, да. Это раздевалка для женщин. А это... Вот это, наверное, душ такой оригинальный. О, о, вот так. Работает. Можно вот так на дорожку. Встал на дорожку и вперед. Вот так и побежал. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Такой велотренажерчик. Все включены. Класс. Ну ладно, а тебе вон гантели. Или вот это. Или вот этот. Так, все, в общем, короче, здесь хороший спа. Мы первый раз зашли посмотреть, поскольку он у нас указан в нашей пометке гости. Мы решили тут зайти. Привет, мои дорогие друзья и зрители. Мы прожили в этом чудном отеле 3 дня. Отель очень комфортный, удобный, красивый. Конечно, есть недостатки. Первый недостаток – это, конечно, уборка. Но все эти недостатки очень мелки по сравнению с этой красотой, которая нас окружает. Мы очень довольны своим отдыхом. Всем рекомендуем это место. Приглашаю всех в отель «Свити Тома».